бы охарактеризовал их, если дипломатично, то могли быть и лучше. А если прямо говорить, то я бы их назвал плохими. А причем не просто плохими, а имеющими тенденцию скатываться к ухудшению. Не так давно были совместные армяно-американские военные учения. Мы знаем о контактах Пашиняна, его команды, ну и в принципе, можно сказать, Армении в их лице, французами. Мне кажется, что Пашинян совершает ошибку, надеясь на то, что Запад ему в чем-то поможет. Запад ни в чем не может помочь Пашиняну. Как он не помог в конфликте с Азербайджаном в Карабахе? Пашинян надеется, что Запад, может быть, отстоит каким-то образом, значит, какие-то амбиции и стремления Азербайджана. Нет. Азербайджан демонстрирует в нынешних условиях суверенитет. Армения, к сожалению, большому, не демонстрирует этого суверенитета. Они возлагают свои надежды на помощь извне. Находясь, так сказать, географически просто, да, но далеко в окружении, вместо того, чтобы решать вопросы с соседями ближайшими, они почему-то вот надеются, что издалека придет помощь.